Беги! Пошли! Ну, ну! Где они? Эй, эй! Мы здесь! Все нормально? Ага. Поищем обходной путь. Ждите. Осторожно. Черт! Эй, эй, смотри! Они перелезли. Это башня. Через стену. А Салли и Хлоя? Не парься! Смотри, смотри, смотри! Вон она! Нам надо туда! Нет, лучше не... Ну куда он? Класс. Лучше не шуметь. Держаться вместе! Найти их! Ты покойник. Неплохо. Давай, сюда. О, это... Да, о, было бы слишком просто. Стоп, стоп, стоп. Здесь же не всегда была кладовая. Нет, 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 мы что-то проглядели. Эй, постой, постой. Статуи, видишь? Рука вверх, другая вниз. Да. Смотри, наверху, внизу. Повторяется одна и та же тема. Значит, придется искать дальше? Ну да, похоже на то. Дай-ка телескоп. Держи. Спасибо. Эй! Опять этот символ.
Может, в этот раз не на небе, а где-то внизу? Значит, разгадка связана с самим замком. Какая-то эмблема или символ? Это что-то внутри самого замка. Какая-то эмблема или символ. Стоп. Вон там. Ага. Что внизу, то наверху. Да. Хорошо. Теперь подними телескоп вверх. Что видишь? А, колонны. Похоже, они. Ладно, пойдем туда и посмотрим. По пути захватим Салли и Хлою. Они вон там! Черт! Нас засекли! Чарли, нельзя здесь оставаться! Надо уходить! Ух, ни хрена себе! Это что было? Это Салли! Да. Эй, эй, эй! Круто, Салли! Туда! От башни доберемся до колонн!
Давай. Надо их нагнать. Вы целы? Руки-ноги на месте. Идем. Тут что-то есть. Рад, что вы целы. Мы тоже. Так, вот стена. Вход в подземелье где-то здесь. Ну, что об этом пишет Лоуренс? Ничего. Он его не нашел. И какие у нас шансы? Символически, путь лежит между двух столпов. Да? И каких же? Путь. Куда именно? Ну, в иной мир. Священное место инициации. Звучит так заманчиво. Эй, может, за углом? Почему бы нет? Нет. Стой. Дай сюда. Хорошо. Теперь дневник. Спасибо. Не верь Дрейку. Где носит Чарли? Кто знает. Нет, нет, нет! Черт! Он исчез! Куда он мог? Эй, Чарли, ты цел? А? Чарли? Что такое? Посмотри. Боже, это что еще за чертовщина? Будем надеяться, доза небольшая. Нет. Спокойно, смотри на меня, Чарли. Я здесь. Нам надо уходить отсюда. Нет, не трогай. Отвали от меня. Ладно, ладно. Никто тебя не тронет. Что на этом дротике? У тебя кожа облезает. Явно что-то галлюциногенное. Чарли, не волнуйся. Уйди. Вы меня не заберете. Никто тебя не заберет. Просто пойдем с нами, ладно? Да. Земля плавится. Надо скорее уходить отсюда. Куда? Придется найти вход в подземелье. И где искать будем? Чарли что-то нащупал, но я не знаю, что. Это жезл мага. Без его дневника мы точно ничего не найдем. Ты не слушаешь. Погодите. Старший аркан. Таро. Маг Гермес, по-гречески «столб». Надо. Это мы уже проходили. Надо. Семь столпов мудрости? Меж строгостью и милосердием. Стоп, все не нет. Так. Нет, и просвет нет. Между столпами. Да. Срединный столб. Равновесие. Что? Так у Чарли в дневнике. Ты не... Столб равновесия двух путей. Между черным и белым. Огнем и водой. Да. Женским да. и мужским. Да. Срединный путь. Срединный путь. Вот. Салли, помоги мне. Идем. Нет, 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 нет. Не бойся, Чарли. Пойдем. Да-да. Путь вверх и вниз один и тот же. Ага. Вот так. Сюда. Придется здесь протиснуться. Вы идите вперед. Я с Чарли. Ладно.
Нет, нет, нет. Идем, Чарли. Не бойся. Куда меня ведут? Не бойся, тут недалеко. Зачем я вам нужен? Ничего страшного. Не трогай меня! Все хорошо. Не бойся. Не бойся, Чарли. Пойдите, я справлюсь. Давай, почти пришли. Боже, стены вокруг смыкаются. Они смыкаются. Нет, я не могу. Не надо. Хватит, 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 хватит. Нечем, нечем дышать. Мне нечем дышать. Воздух, надо на воздух. Выпустите, выпустите, пустите меня, пустите. Успокойся. Не надо, не надо, не надо, не надо. Вот нет, и все. Нет, нет. Чарли, идем, осталось чуть-чуть. Не подходи! Ты послушай, все просто. Все, хорош. Я не трону тебя. Это же я, Нейт. Стой. Успокойся, все. Я не хочу тебя бить. Я не... Лучше не вынуждай. Хватит! Я тебя не трону! Чарли! Это же я, Нейт! Чарли, стой! Хватит! Чарли, когда? Господи! Чарли! Он его убьет! Чарли! Чарли! Ты! Ты что? Отойди! Стой! Чарли, ты убьешь Нейта! Чарли, слушай меня! Ты убьешь Нейта! Чарли! Господи! Как ты? Дай помогу. Нормально. Вставай. Все нормально. Нейт, 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 прости меня, дружище. Я... Вращайся. Погоди-ка. Ты что, правда хотел пристрелить меня? Как бешеного пса? Да уж. Ну, еще попытка. Я иду первым. Вот ведь. За мной. Нет уж, я тебе спину не подставлю. После вас. Ха. Ну, класс. Приставишь мне дуло к затылку и начнешь вещать про кроликов. Мальчики, не ссорьтесь. Ладно тебе. Уже почти все. Ладно, надо идти. Нас будут искать.
глобус? По-моему, он должен вращаться. Это не просто гробница. Вся комната какой-то древний механизм. Где мой прогноз? Ты его сам Толботу отдал? Что? Да брось. И пушку тоже. Вот дерьмо. Надо придумать, как его повернуть. Смотри, канал. В них вроде вода должна быть. Нашел лестницу. Видите что-нибудь? Вроде их можно зажечь. Это какие-то проекции. Они отмечают места на глобусе. Зажжем остальные. Еще две. Еще одна. Последняя. Удивительно. Но лучи ни с чем не совпадают. Ищем, ищем. Это вода? Не уверен. О, нет. Скажи мне, что ты тоже их видишь. Еще как вижу. Главное не подпускать их. Да ну. Просто стой на свету. Ты что? Я попробую допрыгнуть до той жаровни. Чего? Расчищу путь, как перепрыгну. Если перепрыгнешь, псих. Надо пустить воду. Еще идеи? Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Там внизу еще одна жаровня. Сможешь добросить до нее факел? Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец. Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец! Там внизу еще одна жаровня. Можешь добросить до нее факел? Неплохо. Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец.
Неплохо. Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец! Неплохо! Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец! Неплохо. Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец! Неплохо! Молодец!